Всем привет, это Лавацкий, рубрика «Золотая борода». В прошлом выпуске я рассказывал о масле для бороды «Тайконик». Было очень много вопросов, и чему я очень рад, поэтому спрашивайте всегда меня в комментариях, я всегда рад ответить. А сегодня, как и обещал, у нас на обзоре бальзам для бороды «Тайконик». Находится он в такой металлической баночке с классическим дизайном. Давайте откроем и посмотрим. Запах очень похож на масло, масло именно «Тайконик», а не подсолнечное, конечно. Но немного слабее. Но опять же, это все-таки более твердая текстура, поэтому масло более жидкое, оно и быстрее испаряется. Основным отличием является то, что бальзам придает легкую фиксацию бороде. Особенно это полезно, когда вам мешают волоски, которые выпирают из общей массы бороды. Бальзам увлажнит непослушные волосы и за счет пчелиного воска, входящего в состав, придаст нужную форму бороде. Производители рекомендуют этот бальзам для средних и длинных бород, но и для короткой бороды он будет весьма полезен. Ингредиенты, входящие в состав, обеспечивают длительное увлажнение и питание. Бальзам идеально впитывается и не оставляет жирного блеска. Наносить довольно просто. Берем немного, растираем, наносим на бороду. Остатки можно не смывать с рук, а нанести на волосы, ну, собаку и все остальное, на что хватит вашей фантазии. Но желательно только на волосы. Как где заказать? Я брал на сайте britva.kz. Ссылка есть в описании. Если есть какие-либо вопросы, задавайте в комментариях. Буду рад на них ответить. С вами был Алавацкий и рубрика «Золотая борода». Подписываемся на канал и не забываем ставить лайк. А также смотрите другие видео на моем канале.